муниципальный, один дом был центральный. Два дома полностью подготовлены, расселены и до конца этого года будут демонтированы. Один дом — это Вулканная номер один. Сейчас муниципалитетом совместно с поселением ведется работа с собственником одного помещения, готовятся документы. Все будет зависеть от вопросов решения выкупа данного помещения. Пока договоренности не достигнуты, и, насколько по моей информации, муниципалитет готовит документы в суд для принятия решения. Если решат до конца этой недели без суда, тогда три дома будут до конца года демонтированы.